Small things like scoring, we have to... Сегодня нам помешало выиграть то, что мы не использовали много голевых моментов. Считаю, что мы хорошо сыграли в обороне, и Ника вновь был великолепен в воротах. Но нам необходимо прибавлять в атаке и забивать больше. Мы выкатывались 3-2, вошли в зону, Туука бросил, и я первым успел на добивание. А попасть в пустой угол было довольно просто. Но одной шайбы для победы было недостаточно. Надеюсь, в выездных матчах получится забить больше. Сейчас я нахожусь в хорошей физической форме, и это благодаря предсезонной подготовке, которую прошла наша команда. Но мы должны прибавлять, чтобы доводить подобные матчи до победы. Я верю в нашу команду и считаю, что мы возьмем очки на выезде. I trust our team, like we just have to win the games in a road too.